Весна постепенно вступает в свои права, но из-за ранних сумерек и пасмурной погоды видимость на дорогах улучшилась незначительно. Пешеходу находиться в поле зрения водителя помогут светоотражающие элементы в одежде. Об этом призвана напомнить акция «Засветись». Здравствуйте. Скажите, есть ли у вас светоотражающие аксессуары или что-нибудь подобное? Вот возьмите это, вам пригодится. Для напоминания. Я напоминаю вам, что это очень важно, чтобы не попасть в какую-нибудь экстренную ситуацию. Спасибо. Сотрудники ГИБДД Десногорска совместно с учащимися Дома детского творчества вручили горожанам светоотражающие фликеры и памятки о важности подобных ярких элементов одежды. Профилактическая акция проходит по личной инициативе участников и обращает на себя внимание не только пешеходов, но и автолюбителей. Рекомендация водителям при приближении к пешеходным переходам быть более внимательными и снизить скорость при проезде пешеходных переходов. Благодаря таким нехитрым правилам летний сезон можно встретить, прогуливаясь по городу, а не на больничной койке. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.